Всем привет, еще разок. Сегодня у нас такое немножко спонтанное видео. Что не первый раз мне один и тот же человек пишет по поводу стабилизации. Решил вот по поводу своей техники вообще записать такое видео. Вот мы сейчас приехали сюда в Пирита погулять в мое обеденное время. Камеру мы задействовали, конечно же, вот эту. Ну, в смысле, вот эту GoPro. Крепилась вот на такой крепеж. Вот такая быстросъемная площадка. И сейчас вот наш виновник торжества здесь и здесь. Сейчас я покажу, постараюсь вам показать и понять, почему, снимая на большую крупную камеру, порой невозможно, очень часто невозможно, чтобы получилась картинка не трясущаяся во время ходьбы. И почему я так делать, конечно же, больше не буду. Вот, ну, давайте посмотрим, что у нас тут есть. Все Китай. Но где-то хороший, где-то не очень. Вот, во-первых, сам стабилизатор. Вот он вот так выглядит. Он очень тяжелый, килограмма 4. С такой вот ручкой. Их несколько вариаций есть от этой фирмы Жиюн. Но я взял самую дешевую. Я имею в виду из третьего поколения. Самую дешевую, без всяких там штучек, прибамбасов управления. Так вот, недавно мы выезжали в Костевере. Не знаю, показывать вам, не показывать. В общем, там... Я шел просто с рукой и с тяжелой вот этой камерой, которая крепилась вот здесь. Сейчас мы пока покажу вам ее. И мне было очень тяжело. Да, картинка не была такой как бы шейки, да. Но постоянно вот как бы, блин, не знаю, вот такие вот движения были, знаете. И то есть это тоже не гуд. Как бы, а руки у меня устали. Поэтому я заказал не из Китая, но из Индии. Без всяких налогов и всего такого, через бельгийское представительство. Такой вот агрегат Flycam Flowline. Он шел по акции вот с такой вот штукой. Она на самом деле нам не особо нужна. Но давайте сейчас я буду на себя нацеплять. Сейчас надо сначала стабилизировать камеру. Это вот я все к этому и веду. Почему в видосах, где я просто иду там по 5 минут до какого-то места, это все бессмысленно использовать. Оно не стоит того, потому что мне нужно сейчас камеру, на нее нацепить объектив, нацепить на стабилизатор, его отстабилизировать идеально. А дальше я вам потом покажу и объясню, что это. И вот, в общем, как камера у нас выглядит. Она весит килограмм, объектив весит тоже килограмм, и это 4, итого 6, сами считайте. Но это еще не все. Нам нужно нацепить ресивер. Так, я не взял этот самый, как его звать, side handle, ну, боковую ручку, но она нам не нужна сейчас будет. Так, нацепил проводок сюда. Это, кстати, новинка, я имею в виду wireless Mi. Она дешевая, то есть всего лишь там один ресивер, один трансмиттер. Второй на себя. И это, опять же, еще не все. Нам нужно, так как сейчас, ну, конечно, не особо солнечная погода, но я хочу полный сетап заодно потестировать. Я вообще, это моя первая выловка с таким вот сетапом. Дома это все идеально. Знаете, дома и с рук все идеально. Это ND-фильтры. Магнитные. Тоже европейского представительства какой-то китайской фирмы H&Y, или, по-моему, британской. В общем, в чем их прикол, что когда у вас есть несколько объективов разного диаметра, настолько разного, что в разных диапазонах, то многие используют повышающие или понижающие кольца, чтобы использовать ND-фильтр. ND-фильтр нужен, чтобы так бы руками поиграться с экспозицией, например. Вот, и поэтому мы сейчас будем... Сбила меня машина немножко. Вот, и вот эта компания изобрела универсальное решение. Я люблю, когда все универсальненько так, отчасти. А что именно? Вот это кольцо. Блин, я сейчас не могу одной рукой открыть, может, покажу. Ну вот оно, магнитное. Оп. Вот, вот так вот это выглядит фильтр сам. Он еще variable, то есть он несколько от 1 до 5 стопов может сделать. Но суть в том, что его можно крутить,
И здесь такие штучки будут, ну, как защелочки сужающие, которые вы прислоняете к вашему объективу, вашей камере, и они уже, соответственно, подойдет под любой диаметр. Понимаете, да, в чем суть? Никаких колец не надо. Ой, дотронулся. Так, все, делаю паузу и идем. Нет, я должен это показать. Вот это вот так выглядит, вот. Видите? Это сейчас я очень сильно сдержал пальцами вот к объективу, и они что сделают? Вот так раз, расправятся, и все, под ваш нужный диаметр. Идеально. Так, ну камеру я отстабилизовал как мог, но это довольно сложно, потому что многие не любят вот эту камеру Blackmagic, потому что у нее такой фотоаппаратный дизайн, типа продолговатый, как кирпич, и что миллиметр вперед падает назад. Миллиметр назад падает назад. Ой, миллиметр вперед падает вперед, миллиметр назад падает назад. Ну вот, ну я стабилизовал, вроде бы горизонтик у нас нормально показан. И сейчас я не буду, наверное, показывать, как ей снимать. Ну, я имел в виду с рук. Хотя давайте для теста, чтобы не выкладывать старый какой-то ролик, давайте прям сейчас. Возьму с руками немножко, похожу и покажу. Так, ну что, берем нашу камеру за нашу штуковину. Эту, не знаю, со стороны, как это выглядит, конечно. Идем с вами. С виду кажется, что вообще все идеально, на самом деле. Вот, ну в том плане, что все стабилизировано. И все такое, но большая нагрузка на руки, прям очень сильная. Вот эта ручка, не знаю, поможет нам или нет. Сейчас заодно проверим, как мы отстабилизировали. Сейчас я держу за эту ручку и камеру вниз опустил. В таком положении, если камера плохо отстабилизирована, то она так очень сильно вибрирует. Но вроде у меня все норм. Но вот так я не представляю, если я так буду идти и говорить. Ну, ребят, нет, это точно не мое. Опа! Видали? Вот одна из особенностей. Так, это что у нас произошло? А, ну вот. Ясно. Это Антон. Антон Торопышко просто. Хорошо, что защита сработала. Хорошо, что защита сработала. И вот это движение вперед-назад, оно вот так сделаем. Короче, не залочил я. Потому что мы все вечно торопимся. Вот, вроде норм. Да. Ну, то есть площадка, на которую камера ставится, она немножко просто съехала. Опа. Все, теперь можно идти к машине. И покажу вам, для чего нужно вот это вот большое устройство. Лучше это делать не на земле, а прям в самой машине. Сегодня, кстати, на работе оврал. Ребенок звонит. Ребенок звонит. Говорит, со школы раньше отпустили. Опа. Сейчас заодно посмотрим, сколько по времени занимает это вот надевание этого рычага. Сейчас вы поймете. Так, надеюсь, меня тут за террориста не примут. Куда бы мне микрофон повесить? Когда слишком высоко вешаю, он прям мое дыхание сильно записывает. Так, ну что, ребята, я готов? Нет, не готов, опять поторопился. Так. Сейчас. Все гораздо можно было быстрее сделать. На самом деле. Так, надо камеру взять, чтобы наша мама показала, как я со стороны
со стороны выгляжу. Нет, с ключами мы ее не будем держать. Ну и все. Сейчас я цепляю за специальный крючок, который вы видели, такой металлический, саму камеру. Опа! Блин! А не могу я этого сделать. Поэтому придется, потому что у меня багажник открыт. Ой-ой-ой, задел. Все. Задел багажник, только не металлической его частью. Все, багажник закрыл. И сейчас я довольно странно выгляжу. Сейчас мы пойдем к нашей маме. Заодно для меня это будет тестом. Убирает ли эта штука вверх-вниз вот эти вот движения камеры. Потому что эта штучка, которую я сейчас на себя нацепил, выгляжу я сейчас довольно смешно, конечно, она вообще нужна не для стабилизации. Она нужна для того, что когда вы находитесь на смене какой-то, ну я имею в виду на съемочной смене, конечно же, то держать камеру довольно долго, очень утомительно, особенно для таких доходяг, как я. Хоть я не сильно уж такой уж и слабачок, но тем не менее, одно дело какая-то динамическая нагрузка, а другое дело статическая, когда ты тяжелый предмет очень долго держишь в таком согнутом положении своих рук, например, да? Вот, и эта штуковина, этот как бы каркасик, он принимает на себя весь вес, всю нагрузку с ваших рук и распределяет ее на ваши бедра. Таких штук довольно много. Самая известная Easy Rig, она стоит там от 1200 до 1000, до 1000, до 2000. Вот я купил довольно дешевую, не самую дешевую, конечно, самую дешевую я там посмотрел отзывы. Просто сплошная профанация. Так, сейчас подойду к маме, к нашей маме покажу. Посмотрим. Это наш китенёнок-то. Да, вот можно поднять ее. Не очень сложно все. Давайте фокус на 5 метров, наверное, или инфинити сделаем, чтобы не париться с этим всем. Опа. Сейчас поднимем, наверное, еще эту штуковину. Ну-ка, мама. Сейчас засними. Я наложу. Давай. Вот это как. Вот это все как выглядит. Вот у меня руки. Руки свободные. Еще разок. Это 4. Сейчас, секундочку. 4 килограмма. И тут еще 2. Вот. Так что такие дела. И вот можно так ходить. Сейчас пройдусь немножко для себя, пойму, тяжело это или нет. Ну, я вообще к чему веду? Что я не представляю, что ради более стабилизованной картинки, чтобы я вот так вот по перетате шел, как бы вот с такой штукой, дошел до там выставки, там все это обратно надо упаковать, и типа такой гордый пошел в этот самый снова там снимать на камеру. Нет. Но для себя я вынес урок. Конечно же, больше делать я так не буду. Это очень опрометчиво, такой сетапчик. Я имею в виду, даже если просто камеру держать в руках, там на лямочках. Есть, конечно, способы для так называемого handheld шутинга, типа, ну, когда снимаешь с рук, да. Есть способы, и там, например, лямочки повесил, но не для ходьбы, а именно когда стоишь. Когда стоишь, то все нормально. В конце концов, можно стабилизацию во время редактирования сделать, как это называется, на постпродакшене, да? И тогда таким образом все будет нормально. Вот. И еще раз возвращаюсь. Но для себя я сделал выводы определенные. И, конечно же, да. Когда у нас будет походное видео, когда мы
нам нужно до какого-то места идти, я хочу там что-то поснимать, но в плане сам процесс, как сказать, процесс ходьбы, то, конечно же, да, лучше нашего младшего брата GoPro нет ничего. Ну, в плане, конечно же, есть куча всяких экшн-камер, я имею в виду то, что у нас есть в наличии. Вот. Поэтому вот мы с вами приехали в Пирит. Опа, камера начала вибрировать в стороны. Так вот, вот этот вот каркас сам по себе, у него довольно простая конструкция. Как я уже сказал, он берет на бедра лишний вес, не лишний вес, а вес камеры. И также за счет того, что ваши руки не устают, вы можете более стабильно держать камеру. Держать камеру, когда вы не идете, а именно стоите. Потому что я снимал с этим сетапчиком, когда просто сам трос напрямую именно к камере крепился. И тогда, конечно же, картинка не была, типа, как это говорится, шейки, да? Но она все равно двигалась вверх-вниз, вверх-вниз, так очень раздражающе. И для этого, точнее, именно поэтому, я купил именно комбо, то есть такая железная штука сверху, не знаю, вы видели или нет, она вот предназначена, она служит для того, чтобы убрать вот это вот движение вверх-вниз. Но вообще, я хочу сказать, так ходить я не собираюсь. Потому что я, конечно, нет, не устал, руки мои не устали. Отдышка у меня сейчас скорее просто от неудобства, потому что у меня такой легкий пуховичок. Ну, плюс это первая такая вылазка у нас сюда с этим всем. Ну, опять же, область применения, как бы тут опять же тоже диалектика. С одной стороны, это, конечно, редкое использование, потому что это, наверное, лучше, когда там бежишь куда-то. Ну-ка. Сейчас мы бежим. Когда бежишь, например, что-то такое нужно заснять. Красивое, может, там рекламное. А с другой стороны, и большое применение. Это, может быть, и смотивирует что-то записывать такое интересное. Но, опять же, не всегда. Каждому под свои нужды. Но точно не под мои. Вот так, может, когда на природу куда-то пошел, то можно, почему нет. На какую-нибудь реальную выставку на открытом воздухе, да тоже почему нет. Так что вот, сейчас я вообще отпустил эту штуку. Вообще, то есть у меня руки полностью свободны. И вот я иду и снимаю. Сейчас она, наверное, будет очень сильно дрожать вверх-вниз. Но какая-то усталость присутствует, но я не пойму. Не могу пока определиться, с чем она связана, потому что я вообще не устал. То ли из-за неудобства, может быть, то, что как-то клетку немножко спирает, потому что вот этими ремнями вы должны очень себя плотно, очень плотно себя закрепить, чтобы ни малейшего люфтика не было. Но вообще удобно, конечно, если не делать вот такой большой крюк, как я, за короткое время. А может быть, вот, я просто хожу очень быстро, наверное, мне надо было тоже с этого начинать. А если ходить недовольно не так быстро, то может быть, все окей. Хотя, не знаю, я вот сейчас смотрю на экран, то вроде бы она при медленной ходьбе, наоборот, сильно уж амплитудно дергается. Но я все равно доволен, потому что я, ну, кто меня знает, я еще и видео об этом говорил, сторонник именно таких вот решений, как говорится, топ за свои деньги. Ну, то есть лучшее соотношение цена-качество. Потому что сильно дешевая, там прям настолько распиаренные вещи были.
которые просто на ваше пузо как бы вешают такой каркас, и такая как третья рука, понимаете, из пупка у вас растет. И там столько минусов, что наоборот надо после вот таких вот прогулок делать себе, как там это называется, гиперэкстензия, ну упражнение, знаете, когда на животик ложишься и поднимаешь вот каркас вверх, что очень сильно на поясницу давит. А я сейчас нет, я из давления ощущаю только на своем пузе. Вот. Был бы немножко постройнее, думаю, проблем бы вообще бы не было. И немножко еще в верхней части спины. Вот, но я не могу сказать, что это прям так меня сильно раздражает. Я очень доволен. Так, надо держать лучше, а то что-то расслабился. Вот. Сейчас мы просто стоим, как вы понимаете. Просто смотрим, что у нас там вверху есть. Вот на меня машина останавливается, на меня смотрят. Вот так. Тут еще есть рычажок на стабилизаторе самом. Вот можно вверх, вниз делать спокойненько движением пальчика всего лишь. Вообще лайк, конечно. Стабилизатор класс. Вот. Поэтому пойдем к машине. Я думаю, надо убирать весь сетап. Для себя я выводы, наверное, сделаю позже, когда посмотрю, как это все будет выглядеть в конечном результате. Но я доволен тем, что я вообще не устаю. Но, повторяю еще раз, что использовать я это точно не буду в прогулочных видео. Хоть и по большому счету чувствую себя морально я спокойно, когда я снимаю с этой камерой, потому что люди сразу понимают, что типа не какой-то там шпион. Потому что когда на телефон снимал, очень часто слышал что-то подобное, или себе в спину, либо что-то, ой, смотри, смотри, этот снимает, снимает. Вот, а с этой штукой, может, люди видят, что он, наверное, какой-то там оператор. Вот, теперь можно убирать, возвращаться назад. И я хотел вам показать вообще всю технику, которая у меня есть. Увидимся чуть попозже. Итак, мы пришли домой. Давайте теперь я просто покажу, какая техника у нас тут есть. Ну, эту штуку вы уже видели, я надеюсь. Я не знаю, как там удалось снять со стороны или нет. Очень доволен этой покупкой. Вот. Вот, собственно, сам виновник торжества. Камера в клетке. Все это куплено довольно дешево. Всякие, ну не то, чтобы там аналоги, не оригиналы. Их пара фирм всего, которые делают эти клеточки. Вот я брал самый такой must have. И опять же топ по соотношению цена-качество. Вот. Сама камера. Всегда нужно камере покупать ND-фильтры. Без ND-фильтров вообще снимать нельзя. Даже в вечернее время суток можно использовать там так называемый мист-фильтр. Ну, который типа такой, как дымку создает. Вот. Вот в таких комплектах. Это, конечно, не очень дешевая фирма. Вот. Ее используют только на одном объективе. Это второй. Вторая фирма. Тут тоже самое. Фильтры такие специальные, вот. И они уже не variable, то есть нельзя крутить, чтобы выбирать количество стопов. Там просто отдельно поляризационный, отдельно ND8, отдельно еще что-то там. Вот, всегда такая же штучка, палочка-выручалочка. Такой мультитул, именно под камеры вот этой же фирмы, Small Rig от клетки, который... Вот, собственно, тут всякие отверточки есть. Все это очень довольно удобно. Вот. Тоже есть один из таких дешевых брендов. У Ланзи. Вот у него всякие крепления. Есть штативчики и всякое такое. Это вот, так как у нас линза тяжелая, от ней чуть позже, хотя я уже про нее и говорил, нужен обязательно саппорт. Саппорт. Ну ладно, я сейчас не буду подсоединять уж. Потом. Ну то есть, чтобы не сильно не мучиться, потому что мне и так напряжно этот стабилизатор
настраивать, балансировать. Еще надо отдельно камеру, получается, вот так ставить, ну, как бы в лежачем положении. Тут надо прикручивать. Я так просто присоединил. Тут есть защелка, он блок такой специальный, и все. Вот она сегодня нас с вами это спасла, между прочим, потому что крепление на стабилизаторе я не поставил, и камера могла как бы слететь. В общем, все здорово, я доволен. Так, фильтры набрал, так, рюкзаки тоже определенная боль была у меня. Вот один 35-литровый, а там он 20-литровый лежит. Есть еще небольшая сумка, ладно, не буду ее показывать, которая чисто для ручной клади. Это все куплено, это фирма Peak Design. Вообще хороший, мне очень нравится. Я их постоянно сравнивал вот с этим. Кстати, тоже вот от фирмы Ulanzi, которая вот делает эти крепления. Ее покупал по преордеру с большим дисконтом, но ждал вообще 2 месяца, потому что мне нужен был большой рюкзак, потому что меня на самом деле немножко парило то, что камера довольно большая, не всегда влезает. Я хотел еще что-то положить. Это, соответственно, тоже 35 литров. Вот 35. И вот 35. Вот так он выглядит, эти все рюкзачки. Куча всяких отделений. Сейчас я не буду показывать. Он еще вокруг своей оси, хотел сказать. Вокруг себя там молния такая. Можно еще как бы заэкспандить. Ну, в смысле, увеличить его размер, и сюда можно даже штатив, ой, не штатив, а стабилизатор даже влезает. И вот когда мы ходили в этот, как же он там называется-то, не кивистую, а вот вылетел из головы, Костивере, вот когда мы в Костивере ходили, вот он меня очень сильно выручил, но он сильно увеличивается в размере, что, и он очень тяжелый, поэтому я его не особо люблю. То есть его я буду, наверное, использовать, когда мне реально надо будет. Вот мне надо было сегодня его брать с собой, потому что мне надо было и штатив брать, и камеру. Вот. У нас в нем тоже такая полезная штука, но это не обязательно всем покупать. Точнее, для камеры это обязательно. Это battery grip. Внутри него находятся стандартные, как ни странно, соневские камеры, эти самые... Батарейки вставляются, которые вот от этой, собственно, камеры. Но эта камера не Sony. Просто она использует соневские эти батарейки большой емкости. И так как их хватает на 20-30 минут, а здесь, соответственно, можно еще 2. Вот и считайте сами, 1.5 часа можно вот снимать непрерывно. Но я решил снять, потому что все-таки я за компактность. Чего-то большого я не снимаю. Все-таки, как правило, вот последние ролики я записывал именно такие довольно короткие. Вот просто под музыку какую-то. Поэтому я решил не использовать. И решил держать вот в этом рюкзачке. И использовать только тогда, когда мне нужен, например, там концерт беспрерывно записывать. Тогда действительно эта штука пригодится. А в остальных случаях нет. Есть такая фирма PD Movie. Они... разработали лидар-систему для автофокуса, предназначенную для ручных фокусов, для объективов с ручной фокусировкой. У меня только один объектив с автофокусом, вот, но он работает тоже своеобразно. Я там заказал специально такую шкалу, по которой можно все это настроить. Но это все равно мне на самом деле это не важно. Но так как стоило довольно дешево, так я сейчас не буду собирать уже. Суть в чем? Вот такие специальные колесики есть. И вот этот лидар. То есть, что это означает? Подсоединяется объектив, к нему накручивается через вот эти вот крутилочки, вот эта штуковина, которая смотрит расстояние до объекта и выставляет автоматически вам фокус. Очень хорошая штука, я один раз использовал, вот попробую еще как-нибудь. Пока руки на самом деле не дошли. Стоило не так дешево. Это скорее решил вот себя побаловать на день рождения. Вообще надо было об этом ролик записать. Я вообще планировал что-то подобное записать, именно связанное с днем рождения. Но так как день рождения мы так и не отметили, ни мой, ни супруги,
Вот сейчас у дочки день рождения будет, потому что мы хотели с ребятами из Калининграда за город уехать на шашлыки. Я хотел там красиво поснимать, там замедленные съемки, но не удалось. Сначала у них, потом у нас, и в итоге забили. Поэтому вот, я решил себе сделать несколько подарков. Сначала вещевых, так сказать, мой основной фетиш это обувь, кроссовки. Я купил себе несколько кроссовок отличных и ботинок. А потом просто докупил еще, помимо вот этих вот вещей, еще и, ну, я имею в виду кроссовок, и технику для съемки. Итак, про фильтр сказал, про камеру сказал, про этот рюкзак сказал, а это у нас Peak Design. Не дешевая фирма сама по себе, но можно постараться найти подешевле. Суть ее, собственно, такая же, как и этот, но... За что я его прям люблю и прям очень сильно люблю, что он выглядит гораздо меньше, чем вот тот, и он гораздо легче, но камера в него, даже вот с этим вот батарейным блоком, с этим блоком, то есть вот так он крутится, понимаете, входит идеально, а здесь нет, и у меня этому объяснения нет. То есть если камеру вместе с батарейным блоком поставить вот так, и объектив туда, вперед, то она не влезет. А я сторонник того, чтобы у меня камера была уже готова, то есть вместе с объективом, и все, как говорится, run and gun. То есть ты встал, открыл рюкзак, достал камеру и пошел снимать. А сюда вот она вот так боком входит. Замечательно входит и замечательно выходит. Вот. Здесь спокойно много места, нормально. Я вам даже больше скажу, это 35-литровый. Вот тот 20-литровый, в него также входит полный комплект. Очень здорово. Тоже много всяких тут штуковин. Ну вот, кто-то использует эти рюкзаки для школ. Ну, они нормальные в плане, что они водонепроницаемые. Тут удобно все. Что это у нас тут? Это у нас карта белого, карта... Серого постоянно забываю их использовать, поэтому приходится искать какой-то белый объект видео и на нем настраивать карту белого. Ой, как пахнет. Так, ну там всякие тряпочки, конечно же. Вот здесь у нас крепление для GoPro. Хотел сегодня снимать из груди, потом понял, что не взял отвертку, чтобы открутить крепление камеры. Вот наш еще набор фильтров, который теперь у нас ходовой. Микрофоны. И видите, как все это выглядит. Все. Вот когда камеру вставляешь, вот получается с этой стороны. Все. Вот этот отсек у тебя полностью свободен. Можно много чего положить. Эта штука такая, как скоба. Еще и магнитная. Тут у нас чехол, накидка для камеры, чтобы в дождь можно было снимать. Ладно. С этим все. Что у нас дальше есть? Тоже вот этот магазин
бельгийские с индийскими товарами. Вот там я, мне очень понравилось, потому что они какие-то аналоги делают известных всяких брендов. Я уже допер их фишку. Но они их делают где-то раз в 10 дешевле. И вот такие слайдеры, они стоят там довольно дешево, в районе 40 евро. И вот получается камеру вот сюда можно крепить и вот снимать какое-то вот, знаете, вот, ну, вот такое, ну, приближение медленное. Это не автоматическое, только рукой. Есть, конечно, всякие еще с пультами, там, но они стоят сильно дороже, но мне незачем. И, по сути, такие устройства используются там для определенных сцен, на постоянку вряд ли. Это, по сути, то же самое. То есть, это сама конструкция крепится на какой-то штатив, которого у меня нет, и вряд ли я буду покупать. А сюда, соответственно, уже камера. И все, это вот все вот так крутится вокруг своей оси. Ой, палец прищемил. Вот это тоже Small Rig. Фирма крепления. Вообще столько матов сложил, пытаясь камеру подсоединить, чтобы вот GoPro даже хотя бы. Я не мог понять, почему она вот эта штуковина крутится вокруг своей оси. По обзорам, судя по обзорам, она должна была даже выдерживать мою камеру. Я пробовал снимать. В конце этого видео вы поймете, что вместо этого устройства, в какой момент я использовал это, конечно, съемку в машине, но не для GoPro, для этой камеры. И в итоге я решил использовать не это, а не этот крепеж, а вот такой, от этой же вот бельгийской индусской фирмы, которая выдерживает там 40 килограммов, крепится к, как им сказать, к подголовникам, к железячкам этим. Фиксируется и все идеально держится. Мне понравилось. Один разок я использовал, буду использовать еще раз. Вот два стабилизатора одной и той же фирмы. Это Zhiyun Crane 2 и Zhiyun Crane 3. Этот даже получился дешевле, чем вот этот вот. То есть, ну, сами они стоят, конечно, не очень дешево, но по сравнению с мейнстрим стабилизаторами типа DJI Ronin и так далее, они стоят гораздо дешевле. А если еще найдешь какой-нибудь refurbished, ну типа там бывшего употребления или там который вернули с браком, но его переделали, в общем, можно купить за 100-110 евро. Это очень идеальный вариант. Особенно вот этот мне больше нравится. Вот за эту штуку мы крепили нашу вот эту штуковину, в общем. Но тяжелый, конечно, тяжелый. Пробовал, ну я и с этим пробовал ходить. Вот мне должна на днях прийти специальная ручка такая, чтобы из этого сделать вот такой. Но вот этот блок очень массивный, поэтому посмотрим. У меня там есть специальная такая лямочка, вот, которая позволяет, такая тактическая, как под ружье, знаете, ружья. Ружья носят с такими, как бы она частично вокруг вас, и одна такая лямка идет там к ружью. Вот. Вот ее потом можно крепить. Я просто не нашел места здесь. А вот в той ручке, которая должна прийти, дешевой, она будет. Его можно носить как бы вот, ну, как ружье фактически. Так, с этим уже все. Один из самых главных аксессуаров, на самом деле, для съемки, это, конечно же, вот такая вот, нет, это не то, что вы подумали, это специальный такой, как сказать-то, чистилка для объективов. В общем, она дует, ветром есть дорогие электрические и все такое, но вот это вполне достаточно, потому что она довольно сильно вот так раз, пшик, и мелкая пыль такая с матрицы или с объектива уходит. Ну и lens pen, ну типа ручка для линз. Вот с одной стороны такая, а с другой стороны вот такая кисточка. Тоже полезно. Ну и тряпочки, естественно, тоже у меня есть. Ну и последнее, наверное, на сегодня. Это у нас, по-моему... По-моему, это тоже Ulanzi. Да, это Ulanzi. Но этим я не особо доволен. Именно качеством, потому что они очень дешево стоят. Это свет, разумеется. Каждый заряжается по USB Type-C. Портативный. Крепится к любой металлической, да, ну почти к любой, не знаю, здесь что у нас за сплав,
к столбам нормально крепится. В конце видео вы поймете, в какой момент я это использовал. Вот. Очень дешево, это портативно, вот это маленькое, это тоже, по-моему, да, вот это лучше даже крепится, по-моему. Ну вот, суть их в чем, что, не знаю, сейчас включу, нет, давайте на большом покажу. Вот, вот вы включаете, Уланзи, да-да-да, и вот она горит каким-то светом. И не только, это она сейчас эмулирует свечу. Это у нас типа как будто бы лампа сломанная, как в ужасах. Это просто пульсирующая. А это у нас стробоскоп. Ну, как дискотеку, например, хотите его показать. Это у нас просто РГБ. Красный, зеленый и белый строб. Папарацци, скорая помощь. Просто свет, красный свет, зеленый, голубой, медленная вся палитра медленно перебирается, то же самое, только быстро, полицейская машина и скорая помощь, emergency, а вот это скорая помощь, а там были спасатели, окей, а это пожарные, а это молния. В общем-то, 20 режимов, помимо них еще можно просто кельвины задать, там, ну, в чем там измеряется, да, этот самый, как сказать, цветовая температура. Вот, но она не точная в плане кельвинов, не точная, но мне на самом деле все равно, и я считаю, это все равно, опять же, топ за свои деньги. Вот, теперь, наверное, главное расскажу и покажу. Так, во-первых, хочется еще раз поблагодарить Вова, если ты смотришь. Вова с Украины послал мне две легенды советского, хотел сказать, машиностроения, как сказать, линзостроения. В общем, это две легендарные линзы. Гелиос 77М4, 50-миллиметровый. Не помню, с каких годов. Вот это точность 57-го, по-моему. И вот Гелиос 44.2. Это советские объективы. Они стоят, ну, просто копейки. Кто шарит, тот поймет, о чем я говорю и за что их любят. Стоили копейки, а именно в 10 раз дешевле, чем вот этот вот килограммовый, трушный Cinema объектив от японской компании, хоть и читается Сируи, но произносится как Сюрей с японского. Это макрообъектив полнокадровый, который позволяет на довольно маленьком фокусном расстоянии, 24 сантиметра всего, позволяет снимать какие-то очень близкие кадры. Я, по-моему, об этом говорил или не говорил, но вот лето будет, буду жучков с ним снимать. Но это самый мой нелюбимый объектив. Я не знаю, он очень тяжелый. А цветопередача мне не очень нравится. Я просто сразу после него, когда он только ко мне пришел, как раз мне пришли вот эти объективчики. Я снимал на них в хабнами нашу поход. И я разницы прям такой, я имею в виду сильно большой разницы, я не увидел. Они просто разные картинки немножко. Но я бы не сказал, что какая-то лучше или хуже. У этого, конечно, свои особенности есть. Тут и нету... Вот тут тоже нету автофокуса, здесь нет автофокуса, не очень удобное кольцо, бла-бла-бла и все такое. Но это такие мелочи за такие деньги, что я совсем не понимаю на самом деле. Может быть, просто мне попался удачный вариант, потому что они бывают часто у продавцов валяются вот так в чуланах и все. Но я это буду беречь, поэтому, Вова, спасибо тебе большое, удачи тебе во всем. Так, ну это мое самое любимое. Один какой-то стартап или какой-то там, ну, в общем, на Кикстартере, на Indiegogo, фирма вот такая Great Joy, китайская, выпустила свои линзы, и я, собственно, решил их в разные промежутки времени купить. Стоили довольно дешево, в 4 раза дороже, чем любые аноморфные линзы. Это вообще моя любовь. Вот в таком кейсе они вообще поставляются, но я что-то ступил, заказал сначала одну, потом кейс, потом какой-то переходник, и потом другую линзу, блин. И вот сейчас
жду, когда будет скидка на третью. То есть надо было сразу сет из трех брать, и все. Это у нас, ну вот, Greyjoy, который разбирается, 50 мм, аноморфная линза с коэффициентом 1.8, самым идеальным. Аноморфная линза, я думаю, не буду вам объяснять, в двух словах, это вот широкий такой довольно угол, который еще имеет свои особенности в плане таких вот линий немножко. Если прямая, вот, ну вот, например, вот эта стеночка, вот, например, может быть чуть-чуть изгибаться и все такое. И, в общем, вот 50 мм, 35, только под другой байонет, к сожалению, поэтому он у меня удвоенный, получается, вместо 35 я получаю 70, да. Это я ступил, это отдельная история. Ладно, я вот жду, собственно, когда будет скидка на такой же, но под мой байонет. Ну и вот самый мой первый объектив, это Sigma. Вот он, нифига не кине, не синий объектив, обычный зум-объектив с автофокусом. Еще и зумчик тут есть, смотрите, с 18 мм до 35 мм. Еще раз повторяюсь, автофокус есть, он не синим объектив, но он мне нравится больше, чем вот этот вот, который, грубо говоря, каждая собака восхваляет. Вот теперь не знаю, как от него то ли избавляться, то ли реально оставить, просто чтобы летом жучков в натуре снимать. Вот. Поэтому не знаю. Вот, так что такие дела. Сейчас вам покажу. Да, будем с вами прощаться, да, и в конце просто скажу, что покажу пример того, что можно, так скажем, снять с использованием, например, вот этого объективчика, вот этой камеры, может, пару фильтров и света, да, вот и все, сейчас покажу. Всем пока. Что это? Что ты делаешь там такое? Это что, флаг Финляндии, что ли? Хорошо. Побудешь здесь, я сейчас в магазин быстро сбегаю, ладно? И вернусь, хорошо? Финляндия, ты слышал меня? Никуда не уходи. Финляндия, я надеюсь, ты меня услышал, Йонас. Никуда не уходи, ладно? Йонас! Лежит.
death. Let me freeze again.